Мы помидор покупаем 5 килограмм, тебе на день рождения. Мы всегда так делаем. Главные ингредиенты, составляющие праздник. Картошка фри. Лимончики нам нужны для коктейля, потому что нет. Так что Костка рулит и разруливает по всем целям. У нас с картошкой какие-то проблемы на селе. Ну все, увидимся в завтра. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life is my life. И сегодня мы приехали в 99 центов. Нам нужно... Маленькие покупки, несколько. Да. Поэтому переключаемся. Пасха закончилась. И все готово к Дню независимости. Смотри, какие хорошенькие маленькие вот эти. Ага. А для чего это? Что, на стенку вешать или что? Да нет. Подставочка или что-то. А почитай, что там написано. Какие-то интересные штучки, но красиво. Просто написано. А вот смотри, флажок какой. Декор для стола. Скорее всего, там батарейка будет. Или просто на зеркальце. Я думаю, что это, знаешь, как подставочки под чашку. Машина. Она военная. Может купить такую и повесить с двух сторон от нашей картины? Картины нет. Вот эти маленькие? Ну, она же тоже такая. Сразу ты входишь. А, там? Я думал, ты имеешь в виду среди тех маленьких? Нет, нет, не среди маленьких. Среди маленьких? Или давай там думать. Тоже уже перебор будет? Их там неудобно вешать, наверное, будет. Но надо подумать. Нет, на скотч. Если сторонний скотч, там все удобно вешать. Ну, мало как-то красоты. Зай, ну так еще и не скоро. А что здесь работать? Ну. Как интересно. Так, Зай, давай сходим, возьмем Сашечке эту самую пакетную. Наш Сашенька идет на день рождения к мальчику, подарок у нас есть, а вот пакета нет. Вон. Ой, смотри, это уже к папиному дню готовится. Зайди, посмотри. Я думал, это подарок к моему дню рождения стоит. Смотри. Папа медведь? Вон папа номер один. Вот такой надо кубок, да. Кубок. Классно. Да давайте я эту самую кружку куплю. Давайте я кружку куплю, кот. Хочешь? Ну, вот если только. Ну вот такую, как кубок. Зачем тебе такая? Такая неинтересная. Хочешь? Ну я не знаю. Так неожиданное предложение такое. Поступило. Думаю. Так, идем смотреть сначала пакет, потом свечи. Хорошо, что нам не надо. Ну почему вам хэппи бёрдли? Чем тебе мрачный? Вот этот мрачный. Вон белый, смотри, висит. Вон черный, с шариками. Да, вон, смотри, со слоником. Выше. Мне тут не нравится. Вот этот, не нравится? Для маленьких. Немножко детский очень, да? Смотри, какой шикарный, в виде сумки. Ага. А ты к себе вообще? Ну, вообще. Еще так сделан под кожу. Ты взяла тот же черный, который... Нет, а, вот ты переворачиваешь. А, Ксения, знаешь что, надо посмотреть, он же динозавров любит. Но. Может, мы найдем что-то. Динозаврический? Отлично. Маша, ты составь 328 статью. Блин, это динозавры, я надеюсь? Конечно, динозавры, а кто? Ну, ты знаешь, Кутик, как в Слинки Пеппа нарисован этот, как его, он крокодильчик? Он не по размеру. Ну он большой, мне кажется, правда. Ну больше ты не видишь, чем я? Я боюсь, чтобы он нам по ширине подошел. Мне кажется, подойдет. Да, ну бери. Но с динозавром это класс. Мальчик будет доволен. Мальчик любит динозавров, и у него и приглашение в этом стиле оформлено, и мы купили ему игрушку с динозавром. Ну ладно, такой
ощущение, что я пытаюсь найти более... Дина... Дина Пати. Просита, водите парашют! Не, никто не испугался. Мне вот это так нравится, Сережа. Смотри, как красиво. Дарю. Как удобненько было. Ну что, зайка, какие тебе нравятся? Мы покупали вот такие свечи, они горят как факел. Вообще, как факел, за счет блесток. Чуть как... торт не сгорел. Вот, наверное. Вообще веселые. Разноцветные хочешь? Ну, я хотел какие-то, ну, а что, вариантов немного. Наверное, да. Пойдем посмотрим там чуть-чуть дальше. А там почему у них колпачков нет? Есть колпачки? Да, уже там ничего нет. Тут смотри, как игрушек много, почему-то тоже перевесили цены. Ладно, идем смотреть все. В общем, выбор остановился вот на таких свечках. И вот на таких шариках. Что ты там уже нарыла? Какие стаканы? Не стаканы, всякие штучки. Интересные. Какие штучки? Просто интересные. Ладно, пойдем. Куда идем? Что нам еще надо здесь взять? Я там хочу еще посмотреть. Так пошли. Куда идем? Куда? Берем вот такие вот лимоны. $1.99 за 2 паунда. Лимончики нам нужны для коктейля. А ты что выбираешь? Просто рассматриваю, зайка. Вот эту ветчину не хочешь рассмотреть? Нет, я не эту думаю. Сейчас я посмотрю. Да. В общем, зацепили еще вот такую ветчину. Здесь один паунд стоит $1. Это у нас Сашка по ветчине работает. Периодически. Сегодня у нас не продуктовый влог. Поэтому мы просто ходим, шаримся глазами. Что увидела интересно? Ничего, зайка, я просто рассматривала, что вдруг. Там рыбка какая-то была, да? В общем, трудно не наполнить тележку. Получилось, еще взяли вот таких вот шоколадных. Их у нас все полюбили. Они очень вкусненькие. Это, конечно, не трюфеля, как мы показывали, но это очень вкусный карамельный шоколад. Всем детям очень понравилось. И я взял себе еще на работу вот такие конфеты. Кстати, ну, у меня в машине всегда лежат конфеты. Вот этот пакет, паунд, 450 грамм, стоит $1. И вот такие вот клубнички. Они по 340 грамм. И тоже стоят по доллару. Такую хочешь? А нету вот этих вот, которые типа как маршмеллоу в шоколаде? Нет, я смотрела, я знаю, что тут любят. Короче, Маришка берет себе вот такое печенье в шоколаде. 369 грамм упаковочка. Да, давай возьмем, я хочу попробовать что-нибудь такое. Какие они вкусов есть, каких? Сейчас мы возьмем какие-то вот такие вкусные. Так, ну ушки мы не будем, вот... Я думаю, что, наверное, я хотел их попробовать, но мне кажется, что это будет что-то... Они там с как? С повидлом с таким привычком? Или да просто с акарисом? Да нет, просто свое, наверное, кажется. Наверное, просто тогда я не хочу. Или палочки. Тогда такие, возьмем ну вот эти. Вкусные. Эти я знаю, что они вкусные. Наверное, вот такие возьмем. А что они чем-то засыпаны, что ли?
Я такая бумага. Бумага на очередь. Бумага такая. Ой, блин, интересно. Спасибо. Что у нас тут получается? 200 грамм. Возьмем вот такие штуки, они очень вкусные. Ну что, теперь точно на кассу. Ну что, идем на кассу, да? Наверное, пойду еще возьму одну такую конфетку. Ну давай, я космическую возьму. Давай. А, мы потратили в центах 13,99, по-моему, да? 13,99 мы потратили на все вот эти вот сладости. По большому счету там, наверное, практически... А, не, ну там лимоны были 2 доллара. В общем, много конфет я взял для того, чтобы они валялись в машине, когда я езжу на работу. Вот. И потратили еще там... Ну, что значит валялись? Ты же их для клиентов? Ну, берешь? Для пассажиров, я имею в виду. Так это у меня такое валялись в кавычках. Они лежат в коробочке. И а в кармашках. Да, и в кармашках, то есть около каждого сиденья могут взять конфетки и водичку. Вот, и еще там 5 долларов отдали за свечки, за пакетик подарочный. И переехали быстро в Walmart, взяли себе для коктейля Швепс 2 двухлитровых бутылки по $1.25. Вот, и это видео на этом не закончится, потому что мы завтра еще будем докупать ингредиенты. Главные ингредиенты, составляющие праздник. Вот, а потом это все видео будет в куче и все выйдет. А ты что хотел сказать? Ну, посмеялась с твоих главных ингредиентов. Ну, потому что это так и есть. Картошка фри, наггетсы, самые главные праздничные угощения на столе. Ну и торт. Ну а какой что, и кола. Неприхотливый. Ну, потому что, а сколько можно есть салаты? Всю жизнь, что ли? Салаты мы можем поесть в любой день. Правильно? А вот картофель нет. Потому что нельзя. Это очень грустно. Ну и ладно, не грусти. Потом у меня бы тебе день рождения. Я бы ел его каждый день. Зай, скоро у меня день рождения, не переживай. Ну все, увидимся в завтра. Девчонки, телефон. Сегодня мы в смартном файнал. Продолжаем подготовки. Дню рождения. Мы помидор покупаем 5 килограмм тебе на день рождения. Мы всегда так делаем. Нет, ну у нас сегодня какие-то докупки и, в общем... И у нас конференция. Так давай, торопись, туда ставь. В общем, берем помидоры вот по такой замечательной цене. 2 паунда за доллар. Помидоры просто прекрасные. А пахнет так. Пошла помидорная пора. Я хотела сказать, поставь поближе телефон. Понятно. Вот, потом мы за... Затарили вот такие вот чипсы. Ой, а я их сейчас помню, получается? Лейсы? Да я же говорю, вниз ставь. Я короче, не подумала. Пачка 432 грамма за... Вон там цена. 2,99. И за эту же цену еще вот такие вот чипсы Доритос. Тоже пачка тяжелая. Тоже там 425, по-моему, да? Угу. Это дочь у нас такие любит. Что, куда еще дальше идем? А я там хочу пройтись. Пошли, еще. Пошли, пройдемся. А ты расскажи, где мы, что можно? Колу мы уже затарили в Таргете. Там хорошая цена на колу. Вот мы еще зацепили вот такие вкусные, вкусные цинамоновые, короче, рогалики. Цинамоновые. 7,49 пополам. Так. И еще взяли вот такие вот мини-цинамоновые роллы. 7,99. Не могу понять, что это написано за 7,99. Я думаю, это 7, но выглядит как 1,99. Наклоненный. Мне больше нравится. Пополам. Вот мне тоже нравится. Ну, в общем, вот такие две праздничные коробочки еще идут на стол. Что мы здесь можем показать? Вот эту воду покажи, Сереж. Вот это вот вода, да? Это очень популярная вода в нашей стране. Ну, мы однокласники. Алкалин. И стоит она 9,99 за 12 бутылок. Каких-то там они, наверное, литровые. Ладно. Сереж, они бывают в разных бутылках, но именно вот эту как бы фирму, или как это сказать? Качество. Качество названия вот больше всего пьют студенты. Ну, на кассе можно купить кучу тик-таков и жвачек. Можете сравнить цены, даже нет, а съем. Ну что, поехали, вот это наша. Один. И это будет не закупочный день, а так чисто купить каких-то пару продуктов. Потому что сегодня у нас праздник, сегодня у меня день рождения.
И у нас продукты и дома есть. У нас все есть, у нас не хватает каких-то пару нюансов для пати, для стола. Вот, собственно, я за этим и пришел. А пришел один, вот сегодня и пятница, вроде и Маришка не учится, должна быть со мной. Но сегодня у нее в колледже конференция, и поэтому она снова учится. Вот, поэтому я гуляю один, и один буду делать покупки. С утра мы с ней заехали в Smart & Final, в Target. Вот. А сейчас я хочу кое-что купить. И мы это с вами быстренько сделаем. Сейчас я хочу взять парочку десертов. Так, вот я вижу вот такой десерт. Стоит он 8,89. Не знаю, что это такое. Мы его не брали. Какой-то карамельный флан. В общем, на распаковке увидим. Один такой. И один вот такой я беру. Опа. Такой мы брали. Может быть, с вами уже. Не знаю, не помню. Какой-то брали точно. Распаковывали. Но, наверное, в больших стаканчиках. Это значит, будет другой. В общем, такой тоже берем. Вот. И все. Хотел я взять вот как этот карамельный мусс 2 похожих было. Ну, получился один такой. Так, еще надо зацепить молочка, потому что у нас осталось полгаллона. А у нас есть один молочный человек, которого зовут Антошка, который без молока, ну никак. Поэтому я зайду, захвачу все-таки пару галлончиков молока. И... потом еще пару каких-то моментов. И мне надо будет съездить в Walmart за картошкой. Потому что картошка фри. Та, которую любят у нас все. А у нас любят все разную. Сашка любит белую, Маришка любит с посыпкой. А я вообще люблю всю. Вот такое молоко. Капаем. Так, 2%, все правильно. Опа. Одна коробка, 2 галлона. 5,29. Вот, так вот надо будет захватить в Walmart еще картофанчик. И я думаю еще там прихватить ведерко мороженого. Потому что мороженое, праздник, это крутяк. Так, ну все. Тут я ничего интересного больше для нас не вижу. Двигаем дальше. Наверное, возьму еще упаковку воды. Потому что вода у нас уходит быстро, я не помню, там у нас вроде 2 упаковки дома есть. Ну, в общем, упаковка воды лишней не будет. Одну надо зацепить. Так. Так, вот сейчас сюда подъеду, мне удобно будет брать. Опа. Водичка по 2,99. Сейчас я так водичку уложил. По 2,99. Как обычно, упаковочка. 40 бутылок. Так, мы двигаемся. Еще я хочу пару акционных вещей сегодня схватить. Одна точно акционная. Так, что там пробует какую-то кашу. Сегодня я не пробую. Одна рука у меня только свободная. Так, вот такое я хочу взять. Мы просто все обожаем вот эту вот куриную грудку в панировке. Так что вы видите. Мы недавно ее покупали, делали распаковочку. Так, она сегодня на прекрасной акции. Вот я хочу захватить такой грудки. Раз. Два. Опа. И три. Цена хорошая. Уходит быстро и вкусно. Опа. Так, и мы еще пойдем купим для деток наггетсы. В принципе, это те же наггетсы, только большие. Вот, но Сашка у нас любит динозавров, и поэтому чисто для него мы будем брать динозавров.
Интересно. Так, ладно, сейчас возьмем динозавров, потом я почитаю то, что меня заинтересовало. Опа. Так, коробочку динозавров берем. Динозавры, кстати, стоят. Динозавры стоят. А, вот динозавры наши стоят. 5 ЛБ 1259. Опа. Так, сюда их поставим. Так. Сейчас я там еще хотел почитать про еще одну курочку. Смотрю. А, это наггетсы. Все, я понял. Вот видите, я взял вот такую по 9.19. Это большие кусочки курицы. Вот. А женщина берет наггетсы маленькие. Или мужчина. 12.39. Чуть было не ввел вас в заблуждение. Сам не разобрался. Сейчас покажу. Значит, что интересно. Это получается вот такой пакет. Pepsi Chicken Stripes. Это такие полосочки, нарезанные с грудки. Значит, здесь их 3 ЛБ. И стоят они сегодня 9.19. А вообще 12.19. А я брал вот такую. Фанта Чикен Бриф. Это куриная грудка. Она целиковыми кусочками такими сделана в панировке. И здесь ее 5 ЛБ. И ее цена вообще 14, а сегодня она по 10 на распродаже. Вот. А рядышком продаются это наггетсы. Наггетсы там получается, что... Да, 5 ЛБ за 12.39. Вот. Ну все. Так, динозавров я взял, курочку взял. Еще, наверное, пойду возьму лимонадик лимонный, который любит Катаринка. И я хотел попробовать с тем лимонадом делать коктейли с джина. Вот. Ну, сейчас до него доберусь, включу. Кстати, вот чипсы, которые мы только что брали в Sam's Club. Значит, цена на них 4,99. Смотрим на их вес. У них вес получается 850 грамм. В общем, путем несложных математических решений, умножений, та пачка, что мы брали, 420-450 грамм где-то. Получается, если купить две пачки таких чипсов в Смарте, то мы за них заплатим $6, а здесь 5. Так что Костка рулит и разруливает по всем ценам, как бы там ни было. Двигаем дальше. Взял еще такую пачку чипсов, цена 6.29, сегодня сейл стоит 3.29, цена 850 грамм. Ну, вечеринка есть вечеринка. У нас будет Movie Night, мы будем смотреть кино сегодня, после застолья, видимо, не одно, поэтому чипсов должно быть много. В общем, зашел я еще в один рядок, сегодня я беру баночку вот такого протеина. Цена 39.99. Что интересно, на сайте он стоит почему-то почти $48. Ну, в общем, Костка, как всегда, делает правильные цены. Причем я говорю сейчас про сайт Костки. Интересно, что у них обычно на сайте цена у них такая же, как и в магазине. И я покупаю себе вот такой протеин. Покажу вот этот. Вот, цена его 49.99, и месяц через месяц он бывает на сейлике, на него сбрасывают там 15 или $20. Вот, поэтому сегодня, так как закончился весь, возьмем баночку такого вот этого. Дома покажу там, что в нем как. Вот, ну, придет сейлик и купим пакетик того. Они разные по своему назначению, разные по времени употребления. Вот, поэтому дома хорошо держать два. Один такой, один такой. Ну все, иду на кассу, потом расскажу вам, сколько это все стоило. Увидимся. Ну вот мы уже с Сашкой. Я его забрал из школы и гонимся в Walmart. Нам надо купить что? Картошку фри, потому что у папы сегодня на перерыв. 53. И день рождения. Все, здорово.
устал, Сашка. Ну, пошли за картофаном. Все, мы с Сашкой в Walmart'е. Идем за картофаном. У нас вот такая смешная микротачка. Ее можно было бы назвать как смарт. Есть смартик-машинка, у нас смарт-тачка. Ну что, Сашка, пойдем купим картофан? Нет, пап, это ты бы должен был сказать, у нас есть смартфон, а это нужно было бы назвать Smart Shopping Cart. Понял шутку, пап? Да. Так, ну что, идем. В холодильном отделе. Тут холодильник такой, да? Холодно? Не холодно. Не холодно? Ну правильно, ты в кофте, красавчик. Опа. Не мы не в том ряду. Идем в другой ряд. Поехали. Вот этот ряд. Что у нас с картошкой? У нас с картошкой какие-то проблемы на селе. Картошка и какие-то колечки картошки. Ну сейчас выберем какую-то, давай сюда. Наверное, Сашка, будем здесь брать. Ты любишь белую, правильно? Да, мне нравится белая. Да. Так, сейчас мы выберем и потом вам покажем. Ну, вот такую гоночную в клеточку. 4,74, там 4 лба. И одну вот такую за 5,98. Там 5 лба. Вот они наши картошки. Сашка любит беленькую. Да, Сашка? Да, мне нравится беленькую. Да. А мама любит вот такую с посыпкой. А я со старшими детьми кушаю все подряд. В смысле, нам всяк нравится. Главное, что прайс. Так, ну что? И сейчас, наверное, гонимся на кассу, да? Да, давай еще глянем вот тортики. Покажем, какие бывают. Как-то вот в Walmart'е в последнее время. Пап, если бы я выбирал какой торт, я тут хочу, я бы вот этот выберел. Да, беленький такой, почему? Да, пап, потому что смотри, оно там показывает внутри, какое оно. А, вот какие. Ну, пап, еще мне нравится ванила так. А вот это вот шоколадное, 12,98. О, шоршень даже есть, ничего себе. 18,98. Я думаю, вот это Катарине понравилось. И Ренко. Да. Ну, в общем, тортов много всяких. Ну что, погнали? Увидимся.